Bizim jigitler, jigitler, jigitler. Meni jigitler, keremet jigitler. Mana biz jigitler, jigitler, jigitler. Arlanday, tarlanday bizim jigitler. Mene, 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 mene. Bizim jigitler, jigitler, jigitler. Meni jigitler, keremet jigitler. Mana biz jigitler, jigitler, jigitler. Сыгдылла бер сырлы бездин жигиттер, мени бездин жигиттер, 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 мени жигиттер, керемет жигиттер, мана биз жигиттер, 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 арландай тарландай бездин жигиттер, мени бүгүн киши алшакын туз баурагайын шын көңлүм мен. А, ну что ж, всем привет, дамы и господа, с вами Джинс. Рассказываю лайфхак, как не покупать эту игру, если вы хотите там пару раз полетать за 1 000 000 гривен. Она стоит 2000 гривен, самая дешевая версия. Поэтому я просто купил себе Xbox Game Pass. Добро пожаловать, настройте все по своему вкусу. Даже нет никаких настроек. Настройте все по своему вкусу. В скобочках нет никаких настроек, блять. Ну, ультра я не буду ставить, потому что я боюсь, что у меня нахуй взорвется компьютер. Это очень мощная игра. Просто я слышал прям реально истории от людей, у которых, ну, сгорали видеокарты. Я думаю, что это не прикольно, если у меня на стриме сгорит видеокарта. Обязан на ультра. Но если сгорит видеокарта... Ну, давайте, ладно, поставим на ультра, похуй. Если вдруг у меня сгорит 2080 Ti, ребят, ну... Сори. GTA придется продлить еще на пару недель. Органы управления. Какие органы, нахуй, ты че? Какие органы, дед? Это же просто штучки. Ну, еще, я не знаю, стоит ли мне прям к себе в дом лететь, потому что я же тогда свой адрес спалю, блядь. Давайте я где-то рядом там прилечу. И дед, нет Харькова, бля, меня наебали, что ли? Так, о, пошло, пошло. Так, я не очень хорошо разбираюсь в картах. Так, это что у нас? Это Африка, вроде как, да? То есть вот тут Америка. Ну, типа, ага, подожди. Это у нас Архангельск. Так, так, так. Так, так, так. Я рядом, чуваки. О, Минск. Так, значит, где-то здесь уже. Так, Киев. Так, где Москва? Вот, это Москва, да? Подожди, неужели нет Харькова? Серьезно? Сейчас ебется дроном свой дом. А-а-а! Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Подожди-ка. Найду, найду сейчас, чуваки. Николаев, бля, если здесь есть Николаев, то здесь есть и Харьков, 100%. Новая украинка. Кайф. Так, Кировоград. Чуваки, я говорю сразу, у меня проблемы с географией. Я знаю. Ну где-то, блядь, тут вроде как должен. Тут не разграничено просто, неудобно, блядь. Рядом, правее должно быть. Сейчас, я найду, блядь. Воронеж, стоп, я найду. Запорожье, Ростов-на-Дону. Смотрите, Харьков, он правее Киева где-то. Сейчас, 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 сейчас. Google карты посмотри. Ну, бля, понимаете, здесь не расчесть. Сука, все, не сбивайте меня. Я найду, я найду. Я потрачу 100 лет, но найду, мне похуй вообще. Днепр. Бля, ну это же вообще рядом, ну сука. Это же супер рядом должно быть. Каменка, Петриковка. Пацаны, на стриме реально 2500 человек. Бля, как мне стыдно. Блин, простите, чуваки, но я запутался немножко. Блять, Каменка это вообще рядом с Николаем. Я, все села одинаковые, нахуй. Это поиск самолета. Напиши Харьков. Две точки были. Ноль точек. Нашел! Нашел, ебать! Нашел! Фух, фух, фух. Ебать, это реально Харьковский аэропорт. Он прям, он похож. А, ну вот вот с Петра Первого, значит, выбрать точкой вылета. И летим, значит, так, и летим на основу тупо. Бэм. Выбрать точкой прибытия. Погнали. Так, а какой самолет выберем? Мне так стыдно, но в стрим все равно не буду удалять. Ну, блин, вы видели, там не интуитивно, понятно, блядь. Ну, объективно. На обычной карте я легко смогу найти и Харьков, и Киев. Но здесь просто оно как-то, ну, блядь, неадекватно. На чем легче всего летать? Реактивный, ну, очевидно. На реактивном, да? Винтовые, это что, вертолеты? Не, это этот, не вертолеты. Ну, все. Ну, лети, бля, еблан. Как лететь? Полетели. Пройди школу, да это хуйня. Сейчас научимся, там легко должно быть. Что нам, завел, полетел. Ты можешь за донаты летать в города донатеров. Бля, пацаны, это до добра не доведет, поверьте мне. Это очень сложное. Да вы чуров летите, чуваки, там ничего сложного, я уверен. Тупо, ну короче, разгоняешься, убираешь вот эти колеса, как они там называются, шасси. И все, ты тупо паришь, ебать. Ветер 2.00. Нормально, это пиздатый ветер. Так, видимость, ага, узлы. Ну я все понял, можно лететь. Ебать, но FPS, конечно, охуенный просто. 4 где-то. Так, и чё, как лететь-то?
Чтобы выбрать стояночный... Блядь, реально, нахуй такая панель огромная, бля, вы чё, рофлите? Подожди, это все рабочая хуйня? В смысле? Так, ладно, сейчас разберемся, чат. Все нормально, все нормально. Ну, поехали. Так, это не работает. Еп, прикиньте, это все рабочая хуйня. Прикиньте, каждая кнопка рабочая. Она на геймпад не рассчитана, держу в курсе. Да, это Xbox-овский геймпад, это игра, блядь, от Microsoft. Она создавалась под этот геймпад. No Death Challenge, я ни разу не проебусь, все будет нормально. Ебать, я стартанул! Так, а что дальше? А что дальше? Да стой! Как взлететь-то, блядь? Отрыв, нажмите L вниз. Я лечу! Я лечу! Что ты несешь, чел? Ебать. Какой оверспид? Тихо. Что он несет? Тихо! Какой оверспид? Что это вообще такое, блядь? Оверспид. Все, нормальный спид. Да заткнись! Я в стрессе, блядь. Да иди ты нахуй со своим оверспидом! Все, я просто выключил скорость. Ты заебал уже. Ну похуй, мне это не мешает вообще, нормально. Ты немного поднимите нос судна, нажав L вниз. О! И чё, я просто вверх лечу, блядь. И пилоты так летают? Что ты несёшь, долбоёб, блядь? Какой шторм? Все, я лечу. Нормально. Но я, походу, уже ебашу как пилотич. О! Нихуя тут всяких кнопок. Амплитуда какая-то. Ну похуй, хуярим, шо. Чтобы убрать шасси после взлета, нажмите LS. А я чё не убрал? Я не убрал шасси? Понимаю. Бля, тебя не понять, сто или Plandern here? Ебать, ты разогнался, дядя. Почему у меня геймпад вибрирует, как будто я умираю, я не понимаю. Все же хорошо, мы летим, старина, в чем проблема-то? Да не, все сейчас четенько, никто не кричит. Я просто лечу и все. Закрой ебало, блядь, стол. Опа. Все, ровно. Нормально. Как же ты бесишь, блядь. Ну давай я сделаю меньше скорость. Я отключил турбины, еблан. Какой оверспид? Почему я не могу ровно лететь? Я не понимаю, почему у него кривится как-то? Ну, 60 баксов отдавать жаба душ, ты жалко жесткий диск свой. Так, я не отдавал 60 баксов. Знаешь, сколько я заплатил, чтобы в эту игру поиграть? 14 гривен. Давайте хоть посмотрим вниз. Красота. Где нахуй? Какой стол? Бля, ты чё? Почему? Почему стол? Почему я падаю? Земля-то плоская. Натуре. Я думаю, даже можно немножко турбины подспустить, наверное. Вот. Эй, ты чё? Возвращаем турбины. Тихо. Чуть-чуть сосочек выше. Чуть-чуть. Чё там по Чечне? Да я хочу до Харькова долететь сначала. Свою хату найти. А если на максимальной скорости просто влететь нахуй в свой дом? Самолет разобьется, это прям будет видно? Ты умрешь. Я понял. Пассажиров уже инфаркт в салоне. Да они кайфуют, ебать. Ты вверх уярил вертикально. Ну я же не знал, я тогда был еще неопытен. Это было 20 минут назад. Как ты спускаться будешь? Просто вниз ебану. А как пилоты там спускаются? Я не знаю. Турбины на максимум. А, понял. Сори, я что-то слишком сосок ебанул. Блин, ну какой шанс, что я успешно приземлюсь, чат? Ноль. Да чё ноль-то? Я же взлетел, значит, и это самое, приземлиться смогу. Чё ноль-то? Всё. Чел, ну ты чё, я убавил всё, блядь. Чё ты горишь-то, блядь?
Че оверспид? Как это пофиксить? Как это... О, все, четко. Года космоса, скалотрон. Скалотрон, ебать. Какого хуя, мне 23, сука. Я уже университет закончил, бля, у меня диплом есть. По-любому это какой-то пилот 70-летний задонатил. Бывший, короче... Скалотрон, бля. Так, я реально скорость теряю. Ну что ж, есть у меня проверенный метод. Турбины! На максимум. Вот так. Вот так. Все, все, снижаю турбины, дядя, я понял. Я понял тебя. А ты определись-то, блядь, или стол, или оверспид. А что за пиздеж? Смотрите, здесь два пилота, два пилота. Непонятно. Так, все, ребят, можно потихоньку, мне кажется, приземляться. Потихонечку, да? Да все окей, что ты пригорел, чел? Нормальный спид. 200 футов набрал. Да перестаньте. Я не понимаю, чего это все работает нормально. Харьков центр, Харьков. Мы рядом, мы рядом. Диспетчер, я скоро буду, брат. Пиздец, блядь. Да ну перестань, ну какой оверспид? Не дай бог оказаться у тебя в самолете. Садись, главное, не вертикально, нахуй, у тебя все получится. Что делают закрылки, чат? Закрывают, понял. Едет несколько человек купе поезде, подходит больше спрашивает, кто на Харьков. Я так иду и убираю. Почему мне это кажется смешным? Я не знаю. А, на Харькал, типа, я понял. Ну это сложный прикол, конечно. Ебать, это реально в натуре! Пиздец, вы же понимаете, что я приземлялся в Харьков на самолете, и это реально похоже на то, что я видел. Используйте экранные средства навигации или запретите указания диспетчера. Как? Диспетчер, помоги, блядь. Ебать, это реально Харьков. Вау. Тарань свой дом. Это парк, типа. Вау. Шок. Охуеть. Я просто лечу над Харьковом. Вау. Так, ну все, ладно, давайте попытаемся нормально приземлиться. Бля, Толя, не гони. Там моя хата внизу. Так, пацаны, тихо, тихо. Чш. Я справлюсь. Как затормозить? Блядь, стойте. Стойте. Стойте, стойте. Сейчас, спокойно. Да не эвкайте, не эвкайте, все нормально, чат, все окей, не переживайте. Сейчас мы просто-напросто откроем шасси и прилетим. Открываем шасси, хорошо. А куда я лечу? А-а-а, блядь, стоп, стоп, все не так. Закрываем шасси, взлетаем. Максимум энжайна, закрой закрылки. Хорошо. Это реально Харьков, блядь. Все, сладкий, поверни просто. Не-не-не-не-не, это слишком, братишка. Нормально. Тихо. Чё слишком, сука? Заткнись. Тормози, тормози, блядь. Тормози. Все, все нормально. Тихо. Тормози, бро. Закрылки на максимум. Все, медленнее, медленнее, братан. Тихо. Ой-ой, хорошо. Ты долбоёб, я не могу повернуть. Какой стол? Дай двигателей. Дай двигатель. Закрылки убираем. Пиздец. Поверни налево, сука. Нет, нет, блядь. Ты ж в лес врежешься. Еблан, не надо. Смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. Нормально! Все, чуваки, все под контролем. Нормально. Так, видите? Приземлился, а вы говорили. По-моему, для первой посадки весьма неплохо, на самом-то деле. Че он так медленно едет? Давайте турбины ебанем, чат. Погнали! Вот! Вот это скорость! Ты че? Тихо, тихо! Не взлетай только, еблан!
все. Я здесь тоже был, чуваки. Вот тут нас автобусы забирали. Поехали по Харькову так кататься. В город поехали. Вы думаете, это возможно? Ну давайте попробуем сейчас. Ой, да похуй, полетели, блядь. Харьков. А убирай шасси, родной, блядь. Турбины на максимум. Летим по родному городу. Ну, сейчас домой все залечу. Это так охуенно. Это жесть просто. Ну реально, эта игра стоит своих 14 гривен. Ну, без рофлов. Блин, здесь где-то рядом должна быть хата родителей, которую мы строим. Мою общагу пролетели. Круто. Но согласитесь, прикольно видеть места. Блин, надо в ХПИ прилететь. Это в какую сторону? На Пушкинскую? По идее, налево сейчас. Это чей-то участок, что ли? Ебать, это что за скрытая дача, ебать? Нихуя, когда Навальный будет в этой игре дома, блядь, искать этих? А чё это за хуйня? У нас в Харькове есть такая какая-то... Что это? Какая-то Что это? Башня Саурона, реально. Так, сейчас я найду ХПИ, базарю. Так, а ну-ка, харьковчане, сориентируйте меня, пожалуйста. Это мне сейчас вот в сторону центра направо, правильно? Спроси у прохожих, как до центра доехать. Бля, ты такой дурак. Закрылки — это первый уровень торможения. Так. А колеса — это второй уровень торможения. Ты должен открывать колеса прямо перед посадкой. Потому что из-за колес ты не мог нормально управлять на заходе на посадку. Во-вторых, заметь, у закрылок есть два положения. Первый нужен для взлета и торможения в полете, а второй уже для посадки. Так, чел, давай сейчас по факту поговорим. По факту, окей? Окей? Я тебе кидаю факт, ты его слушаешь. Я приземлился? Просто ответь, да или нет? Да. Все. Где я? А можно приземлиться на крышу здания какого-то? Ага, а тачки все еще ездят. А самолет? Самолет при этом остановился. Врезаюсь уже куда-то. Да я и хочу свой универ найти. Так, где я нахуй? Давайте подумаем. Чья это хата? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это здание. Что это за здание? Оно какое-то необычное. Какой-то круг. Это цирк харьковский. Стоп! Но он не так выглядит, по-моему. Если это цирк, то я знаю, где мы. То есть вот сейчас, вот если мы пойдем туда и сюда, то там будет центральный рынок. То есть вот там будет Макдональдс, получается. Это Холодногорский район, правильно? Здесь должна быть такая большая... О! Стоп! Подожди, я, кажется, знаю, где мы. Вот! Подожди. Все, я... Ебать. Стоп. Вот это вот синее. Стоп. Нет! Блядь. Тихо. И как мне здесь справиться? А что это? Блядь. Начни просто взлет в Харькове. Сейчас. Я вырулю, чуваки. А, тут не разбиваются самолеты? Так, пацаны, ну я приземлился во дворе у кого-то. На выход, ебать. А возможно ли взлететь вообще с такого положения? Все, ребят, прилетел домой. Я вот думаю, можно сделать аукцион и решить, в какой город мы полетим. Смотрите, в аукционе первое место, куда мы летим, второе, откуда мы летим. Бля, вот знаете, что смешно? Что я смотрю в окно, чуваки, и у меня приблизительно такая же погода, как в игре, действительно. И вижу самолет. Нет, самолет не вижу. Летим в башню-близнецы. Вот он. Запомните приблизительно, да? А, вот он, мой универ. IT-кидс, ебать. Это что вообще? Как зовут? Я знаю, где ты живешь. Серьезно, там где-то было видно? Да, ну не видно было, вы чё? Ну похуй, даже если видно, приходите в гости на чай, поебать. Забанили за то, что я написал про камеру «Свободно видно». Хуй лучше, бля, модры пидорасы. Да ладно, старик, чё ты сразу злишься, я не понимаю. Превышен лимит скорости. Долбоёб, я просто на камере свободного вида и хуярю. Какой лимит скорости? Так, это парк какой-то, видимо. Я, видимо, все пролетел, блядь. Ебать. Анонимный норильский мальчик, как бы. Кто же это? Интересно, я могу подлететь в свое окно и посмотреть, есть ли я там? Прикиньте, полетаешь в свое окно, и ты там такой сидишь, стримишь, ебать. Это такой бы шок был бы. Здорово, Костян. Спасибо за 5555 рублей. Это битва зависит от того, насколько Джок бухой. Блять. Карта ПВП. Какой нахуй ПВП, блять? Я думал, это ПВЕ игра. Вот это что за пятиугольник? Что это? Харьковский Пентагон. Это он. Вот вы хотите сказать, что вот это О1? Ну, это значит, это не полностью, я не знаю, это, ну, типа... Ну, походу, да.
Ну нет, ну это не универ, чуваки. Это он и есть, верно. Да не так он выглядит, блядь. Вот это что у нас, нахуй, огромное здание? Оно реально у нас есть в универе? Ну да, да, это мой универ, действительно. Ну, не совсем такой, как он есть. Да, да, ладно, да, это мой универ, да. Вот, 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 это Пушкинская. Вот здесь вот выход с метро. И вот от выхода с метро вот сюда вот можно попасть к ХПИ, короче. Вот, мы поворачиваем направо, и вот здесь вот есть центральный вход в ХПИ, короче. Да, короче, рассказываю. Что? Правильно, вкусный квас. Я когда был в Турции, отдыхал, там был чувак, он там работал, он, короче, сам из Турции, но учится в ХПИ, и он говорит, подпишись на мой инстаграм, я расскажу тебе, где на Пушкинской вкусный квас. Чё это нахуй? Я типа должен за 500 гривен купить аэропорт? Вы долбоёбы? Я купил игру за 14. Получается, с Норильска в Одессу, да? То есть, блядь, это 5 часов, удачи. Мне похуй, я готов. Нет, это 5 часов имеется в виду в игре. Это не 5 часов реального времени. Это реальное время, лол. Я должен 5 часов лететь буду? Надо будет тогда к Ане подойти и сказать, что я не вернусь сегодня. Реально это 5 часов? Пиздец. Ну, я буду на реактивном лететь. Я буду на реактивном. Боинг под 500 гонит. На Боинге я боюсь неправильно повернуть и разбиться. Реактивный на 2 камиль тебе по-любому Боинг надо. Он 7К. Что? Дальность 8000 миль. А реактивный дальность 2000 миль. А у меня выбора нет. Мне надо Боинг брать. У меня выбора нет, чат. Моя хуйня просто не долетит такое расстояние. Ну, пиздец просто. 5 часов. Да ладно? Вы серьезно? 5 часов реального времени? Да ну невозможно. Чё тут лететь-то, ёпта? Хуйня вонючая вообще. Или нет? Чуваки. Поехали. С Норильска в Одессу, чат. И скажу Ане, что я не вернусь, скорее всего. К сожалению. Мне, бать, охуенно видно просто, пиздец, блять. Ну, можно лететь не ночью? Я ничего не вижу. Как я взлечу? Как я буду смотреть на Норильск? Давайте день включим, чуваки. Блять, ёбаный Боинг. Чё? У него 4 двигателя? Ты что, еблан на Боинге? Погнали, сладость. А Боинги что, они не умеют двигаться, что ли, блядь? Я же ебанул двигатель. Их что, на максимум надо на Боинге, что ли? Во! Пошел, родной! Я нихуя не вижу. Не, это хуйня. Я разбился, походу, блядь. Я вообще ничего не вижу, нахуй. Чуваки, я не могу лететь ночью, я ничего не вижу, давайте заново. И вообще этот самолет, он слишком огромный, блядь, на нем невозможно лететь нормально. На моем реактивном можно хотя бы поворачиваться, да, то есть. Пиздец. Костян, видимо, опять задонат. Добрый день, дамы и господа. Спасибо. Вас приветствует капитан воздушного судна с Юрием Свенович. Наш рейс выполняет маршрут на рейс Одесса. Время в пути составит 16 часов. Желаю приятного полета. Взлетай, долбоёб. Какой триггер, нахуй? Просто взлети. Тихо, тихо. Бля, а чё, в Норильске нет домов, что ли? А где Норильск-то, я не могу понять. А, вот... Блядь, блядь! А чё Норильск такой странный? Так, подожди, я чё, пропустил Норильск? Чё, хули ты стучишь? Какой у меня должен быть высометр? Да что происходит? Сука, чё он стучит? Чё тебе не нравится, ебло? 5 часов лететь, чуваки. Бля, что это? Это точно Норильск? Он вообще существует? Бля, Джок, выйди на улицу, А, вот! Он такой маленький? Это бейс Норильск? Что это, блядь? Ебать. Норильск сверху, не знаю, он просто... Как будто я в Сим-Сити город строил, вот серьезно. Такое чувство, что здесь домами написано «Ты лох», знаете, что-то типа того. Так, и где ты живешь, Джок? Вот в этой хате? Сейчас в окно к тебе залечу, блядь. Опа! А чё ты тут делаешь, блядь? Чё делаешь? Эй, ты чё? Ты чё творишь? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ты чё делаешь? Ты чё делаешь, Боинг? Тихо, тихо. Ну всё, пиздец. Всё. Я не знаю, как это исправить, чуваки. Всё. Я просто вниз хуярю. Подожди. Я понял. Это уже не спасти никак, видимо. Ой, блядь. Кайф. Так, ну перепроходим, хули. Можно радиоактивный взять все-таки? Не радиоактивный, а как он там называется? Я забыл, блядь. Ну нахуй ты цепляешь, сука. Ладно, нормально, нормально. Ну взлети, пожалуйста. Нахуй ты так низко летишь? Лети вверх, дуралей, блядь.
по максимуму двигателя. Дурик, сука. Вот. А можно как-то сохраняться? Потому что если я неожиданно упаду, это будет кринж. Тихо-тихо, ты чё, еблан? Спокойно, дядя. Во-во. Чётенько. 5 часов, блядь. Ты же не будешь этот стрим смотреть через полчаса, блядь. Ну, серьезно. Может, я просто телепортнусь в Одессу и все, покажу Одессу. Это джунгли какие-то, да, рядом с Норильском. Что это за болото какое-то? Бля, ну романтично, ничего не скажешь. Флаг Украины. Внизу еще 2 часа только болото, блядь. Это автопилот, короче. А нахуй он спускается вниз? Что-то он какую-то странную хуйню мутит, кстати. Что он делает? Что он делает? А зачем он поворачивает? Куда он летит? А что, он что, дурак, блядь? Я не управляю сейчас самолетом, если что. А что он делает? Нахуя он повернул вообще? Чел, ты что-то не так делаешь, чувачок. Парни, он какой-то... У меня геймпад вибрирует, он какую-то хуйню творит. Сейчас судном управляет второй пилот. Он ебланш, он плохо управляет. Бля, у меня второй пилот дурак, блядь. Я не знаю, что он делает, чуваки. Бля, второй пилот просто еблан, я не знаю, что он делает. Ну, пиздец, он какую-то хуйню творит, чуваки, очевидно. Я просто реально не понимаю, что он делает. Он летит вообще в другую сторону. На что он надеется вообще? Бля, он еблан, чуваки, все, это очевидно. О, я не знаю, что он делает. Он развернется вообще в ту сторону или нет? Что он делает? Он летит на Норильск, пойми. Почему он летит на Норильск? Нам нужно в Одессу лететь. Он летит домой. Знаете, возможно, он просто просек, что я как еблан управляю, не хочет умереть. И поэтому он возвращается, короче, домой, чтобы, блядь, больше никогда не летать, скажем так. Я думаю, это, в принципе, нормальный вариант. Неверная установка высотометра, блядь. Понимаю. Но это не я лечу, мне похуй вообще. Короче, пацаны, он летит в другую сторону просто, и все. Почему он это делает, я не понимаю. Ты не пилот, тебе не понять, возможно. Тебе в ВВД дали добро на посадку, вон и пытается сесть. В Норильске? Зачем? Мы же вылетаем из Норильска. Че за бред? Тут нельзя заправиться, бери управление уже. Но мне интересно, что он делает. Это же, ну, профессионал, компьютер, ёпта. Тебе в целях не засчитался взлет. Вот он сейчас сядет и полетит обратно, набрав крейсерскую высоту. Да? Окей, я хочу на это посмотреть. Или он поворачивает, что он делает? Он разворачивается, как набрал нужную ему высоту. Серьезно? А почему он не мог развернуться? Что, блядь? Зачем так далеко лететь, чтобы развернуться? Я не понимаю. Он что, дурак, блядь? Блядь, что у него в голове вообще? Челик, мы могли нормально лететь. Нахуй ты это придумал вообще? Ты что, дурак, блядь? Бля, пиздец, я как будто фильм смотрю, а не играю сам. Блин, чуваки, ну лететь так 5 часов, это, конечно, безумие, если честно. Мои соски твердеют, покрытый поцелуями живот. Обласкан тоже, руки все смелее. Одна из них уже в меня сует. Набухший орган, полный жадной спермы. Готовый вмиг взорваться сотни брызг. Мы скачем в ритме бешеном и нервном, чтоб слиться воедино в чудный миг. Да. Спасибо за донат. А, вот, переместиться в точку. Это мы будем уже рядом с Одессой, правильно? Вот. Одесса. Арабка его. Хотя, на самом деле, 700 миль-то нихуя не рядом, если чё. Там было 1200, лол. Так это лететь часа 4 еще, вы че, рофлите? Охуеть просто, че за бред? Мне нужна на предпосадочную прямую, видимо. Так, во, это уже прям приземление непосредственно, ебать. Поехали, чат. Ну это изи будет, я думаю. Здесь вообще изи, мне кажется, тормознуть. Так, спокойно. Приземляемся. 200. Ну, блять. Немножко прискочил, как бы, чё. Самолеты так и стопаются, ребят, если вы не знали. О-о-о. Пиздат. Не, ну да, да, согласен. На легком режиме это пососненько, конечно. Сейчас, ребят. Я думаю, в Токио полетаем, и нормально будет. Ебать, в Токио красиво, все так светится. Так. А чё происходит? Видеокарта горит, блядь. Ага, я понял. Тихо. Бля, он сам по себе взлетает. Да как вообще работает этот самолет? Я такое чувство, что просто в самолетике, блядь, который в GTA играю. Так, тихо.
И разбился нахуй. Ну шустрый, шустрый этот самолет, его просто заносит. Посмотрите, на нем можно такие вещи мутить. Воу! Так, все, спокойно, братик. Спокойно. Я понял. Ну, соболезную.